Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. И сегодня вместе с вами мы сделаем вот такого мишку из природного материала. Для этого нам понадобится 2 грецких ореха, пластилин и нос для пластилина. Первое, что мы с вами сделаем, это соединим 2 орешка, сделаем туловище и голову. Для этого я беру пластилин. Предварительно перед этим я скатала его вот такую колбаску. Сейчас мы разминаем его между ладошек, чтобы он немножко погрелся и был более эластичным. Теперь сворачиваем в колечко. Крепим колечко к одному из орешков. Это будет наше туловище. И теперь сверху крепим второй орешек. Это будет голова нашего мишки. Теперь мы возьмем 2 детали, это 2 шарика из пластилина, и сделаем уши нашему медведю. Для этого между пальцами мы делаем небольшую лепешку, вот таким образом, и крепим на голову к нашему медведю. Сначала одно ухо, теперь другое. Теперь сделаем с вами лапки. Берем кусочек пластилина. Предварительно перед этим я скатала его в колбаску. Разминаем между ладошек, чтобы он стал мягким. И крепим к туловищу. Сначала одну руку. И с другой делаем то же самое. Далее мы берем 2 кусочка пластилина, чтобы сделать ноги нашему мишке. Крепим их внизу туловища. Сначала одну, затем вторую. Теперь сделаем глазки и носик нашему мишке. Перед этим я скатала черный пластилин в маленькие шарики. Прикрепляем сначала один глазик, затем второй. Берем еще один кусочек пластилина, делаем носик нашему мишке. Из еще одного кусочка пластилина делаем рот. И хвостик. С помощью ножа для пластилина можно сделать улыбку. И на лапках нарисовать коготочки. Вот такой мишка у нас получился, а я надеюсь, что у вас получится еще лучше. Спасибо, до свидания.